Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфуру, и сегодня я продолжу рассказывать о том, как из простых продуктов приготовить экзотическое блюдо. Салат с морковью, грецкими орехами. Для салата возьмите 750 грамм моркови. Морковь почистите, помойте, потрите морковь. Соус. Для соуса вам понадобится 5-6 столовых ложек лимонного сока, 4 столовые ложки масла из грецких орехов или маисового масла, 2-3 столовых ложки сахара, соль, перец, 75 грамм грецких орехов, вымытые листья салата, порезанные на кусочки лимон. Приготовление соуса. Смешайте лимонный сок, масло из грецких орехов и сахар. Добавьте соль и перец и перемешайте с тертой морковью. Раздобите грецкие орехи и добавьте салат. Дайте готовому блюду поставить около 15 минут, а затем выложите на листья салат, украсьте лимоном. Следующее блюдо – салат из помидоров. Для салата вам понадобится 750 грамм помидоров. Помидоры помойте и порежьте. Соус. Для соуса возьмите 1-2 луковицы, 4-5 столовых ложек соевого масла, 2 столовых ложки уксуса, соль, перец, сахар, 2 столовых ложки свежего мелко нарезанного зеленого лука, 2 столовых ложки мелко нарезанных листьев базилика. При приготовлении соуса почистите и порежьте луковицу, смешайте с маслом и уксусом и добавьте соль, перец, сахар и лук и полейте соусом помидоры. Можете украсить салат базиликом. Следующее блюдо – это красочный витаминный салат. Перед вами витаминный салат. Возьмите, для приготовления понадобится 2 больших стручка паприки, около 400 грамм, красный и желтый, 1 небольшую луковицу, 2 небольших апельсина, 4 пода киви, 1 большое яблоко, лимонный сок. Приготовление. Разрежьте каждый стручок паприки пополам, удалите семечки и полежки, почистите и полежьте лук колечками, очистите апельсины, удалите волокна, разделите каждую на 2 части и полежьте, почистите и разделите каждый под киви на 2 половинки полежки, почистите яблоко, разрежьте на 4 части, удалите кусочки и полежки, полейте лимонным соком. Соус. Для приготовления соуса возьмите 3 столовых ложки растительного масла, 2 столовых ложки уксуса и сереса, 3 столовых ложки соевого соуса, перец, сахар. Приготовление соуса. Смешайте масло, уксус и соевый соус. Добавьте перец и сахар, полейте соусом салат и дайте ему немного постоять. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфуру. До свидания, до новых встреч!